Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Я вас приветствую в проекте Joomla Sensei. Мы продолжаем с вами изучать компонент Alpha User Points, урок номер 84. Давайте в этом уроке активируем правило заполнения профиля, то есть это загрузка аватара. Будем вознаграждать баллами и за заполнение профиля. Вот у нас есть два правила. Загрузка аватара. Давайте перейдем в это правило. Награды я поставлю за аватар 1 балл. Истекает. Не буду ставить. Опубликовано. И здесь у нас все правильно стоит. Единожды для пользователя. Сохранить, закрыть. И полный профиль. Присвоение баллов пользователю за 100% заполнение профиля. Давайте выберем. Здесь можно наградить побольше. Например, 10. И заодно сейчас протестируем. Опубликовано. Сохранить, закрыть. Ну, давайте сейчас как администратор. Я зайду. Как раз там тоже у меня нет аватара. И посмотрим, как приходят баллы. Захожу в профиль. Вот у нас есть кнопка загрузка аватара. С компьютера мы можем выбрать изображение и загрузить. Кликаем на кнопку выбрать файл. Выбрали файл. Нажимаем Start Upload. Загрузить картиночку. Изображение загружено. Давайте перейдем. Последняя активность. И мы видим загрузка аватара. 24-го как раз таки сегодня, только сейчас, назначился балл, то есть у нас здесь все работает, правило работает. И мы здесь можем видеть, ваш профиль заполнен на 50%. Давайте заполним его полностью. Редактировать профиль, вторая вкладка, чтобы нам дали еще 10 баллов. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Пол. Выставляем мужской, дата рождения, о себе, ну, просто напишу, мобильный телефон. По-моему, здесь не обязательно прямо все поля заполнять. Сейчас посмотрим, тут главное выбрать страну, образование. И здесь мы можем показывать эти данные сообществу или нет. Сохранить, посмотрим, на сколько процентов заполнен профиль. Итак, ваш профиль заполнен на 80%. И подсказочка. Заполните поле местонахождения, а именно город, и получите 90%. Ну, давайте заполним город. Пишу Ульяновск. Нажмем «Сохранить». Ваш профиль заполнен на 90%. Заполните поле «Образование и работа» и получите 100%. Вот сейчас заполним мы «Образование и работа», и нам должны начислить 10 баллов. Сейчас у нас 16 баллов «Образование и работа». То есть это у нас вот раздел «Образование и работа». Заполнил только один пункт. Год окончания. Ну, я просто сейчас заполняю цифрами название профессии. Как будто бы заполнил, да? Нажимаю «Сохранить». И вот у нас сообщение. Во-первых, исчезает сообщение, что нам нужно что-то заполнить. И показывает «Поздравляем, вы заработали 10 баллов». Здесь видно 26, и последняя активность, заполнение профиля завершено, 10 баллов. Все работает. Теперь, как человеку, пользователю вашему узнать, за что вообще на сайте можно получить баллы? Давайте выведем такую страницу на сайт. Перейдем в меню, My Menu, создать, выбираем выбрать, Alpha User Points, и это второй пункт, настройка раскладки правил, выбираем. Здесь просто напишу правила. Вы можете написать что-то свое. Состояние опубликовано. Здесь смотрим. Только опубликованный, да. Скрыть правила. Здесь можете скрыть какие-то определенные правила в описании показаны через запятую. Вот эти номера, ID, вы можете посмотреть на странице правил в админке. Сортировать по. Показать иконку категории, да, показать описание правила здесь на ваше усмотрение. Показывать режим утверждения, это, я думаю, не надо ставить. И все, в принципе, давайте сохранить, закрыть. То есть человек в удобном как бы доступе сможет посмотреть, за что вы даете баллы на вашем сайте. И вот такая вот таблица будет представлена, описание правил. Здесь, скорее всего, не нужно будет, потому что участнику не нужно будет вот это смотреть, присвоение участника баллов. И показан, видите, здесь путь, компоненты, Alpha, User Point и так далее. Вот, здесь в таблице все показано, новый участник. Здесь, конечно, нужно писать описание правил, давайте посмотрим. А вот это вот надо скрыть, скорее всего. Бонусные баллы.
Давайте возьмем, перейдем обратно Alpha User Points, правила, находим бонусные баллы, заходим внутрь. А, ну здесь все просто. У нас описание уже было здесь задано. Видите, здесь все написано. Вы просто редактируете здесь полностью этот текст. Вам не нужно это, писать этот путь, описание, присвоение участникам и так далее. Здесь текст просто сочиняете для каждого правила в поле описания. Теперь вы понимаете, зачем вот это поле описания нужно. Сохраняемся. Посмотрим сейчас на сайте. Вот здесь вот должно часть текста исчезнуть. Обновляем. И вот остается присвоение участникам. Я уж писать не буду, а вы для каждого правила теперь сможете здесь сознательный текст написать, какой хотите, и назвать страницу как-нибудь поясняющее правило, да, чтобы человек всегда мог ознакомиться, за что он может получить баллы. Очень удобно и продуманно сделано в компоненте все. На этом я данный урок заканчиваю. Надеюсь, для вас он был полезным. Если это так, ставьте, пожалуйста, палец вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. На этом здесь все и до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов Hostik предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.